Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Давайте нашу розмову розпочнемо з подій, які відбуваються під Торецьком. От у Луганськ говорять про те, що росіяни там просунулися, і в місті немає вцілілих районів. Також була інформація від аналітика Американського інституту вивчення війни. Вони говорили про те, що ЗСУ відновили контроль над позиціями в центрі Торецька. Тим не менше, Романе Григоровичу, ви в одному своєму інтерв'ю сказали, коментуючи ситуацію у Торецьку, що росіяни там вже використовують останні резерви. Чому ви так вважаєте? І чому можна говорити про те, що все ж таки що є в нас шанси втримати Торецьк чи ні? Ну, последние резервы не в общем виде, имеется в виду, что они ввели все резервы в бой. Ну, то есть у них, у россиян, резервов как таковых уже нет. Все сейчас вступили в боевое соприкосновение по всей линии фронта, причем они бросают туда, понимая, что им надо до осенней распутицы создать более-менее удобоваримую линию обороны, линию фронта, линию обороны. Потому используются уже все резервы максимально, потому что часть резервов ушла на Курское направление, там тоже используются все, у них просто их уже нет. Никого нового в бой они ввести не могут, но те резервы, которые введены, они могут до месяца еще работать. Это, то есть он примерно так они рассчитали, где-то до ноября месяца, до середины ноября они смогут еще продавливать наши позиции. Потому для нас очень сейчас болезненно как раз вот это направление Торецкое. Три практически точки, где россияне сейчас максимально давят. Это район Кураховского направления, район Торецка и район Купянско-Лиманское. Там несколько позиций есть. Но в основном вот именно по Кураховскому и по Торецкому. В Торецке самая тяжелая ситуация у нас на данный момент, потому что ну, недостаточное количество войск там сейчас и не вводится, по крайней мере, не видно то, что вводятся дополнительные части. Те наши достижения, которые есть по этому направлению, они связаны в основном с такой героической практически борьбой наших ребят, которые восстанавливают некоторые утраченные позиции, но это в режиме городских боев. То есть это плюс-минус квартал, не более того, хотя за квартал иногда потери очень большие. То есть это городские бои, в которые втянулись россияне. Им удобно просто. У них Горловка под боком, несколько километров Горловка. Это основной военный хаб российский. Торецк сразу практически возле Горловки. А за Торецком до Константиновки там десятки километров. И очень сложная, ну, больше десятка километров, очень сложный механизм подвоза и снабжения этого направления. Потому и недостаток личного состава и средств поражения на данный момент на Торецком этом выступе. Возможность, еще раз повторюсь, есть. И выровнять есть возможность. Обратно вряд ли есть какой-то смысл, допустим, двигаться обратно по тем позициям, которые мы уже утеряли. Ну, то есть, почему? Донбасс там по себе – это бывшие старые горы. То есть там превышение 300-350 метров по верхушкам. Вот район, кстати, как раз Торецка, Горловки – это одни из самых высот, ну, одни из высот таких господствующих. Если нас, допустим, с Торецка сбросили, то обратно возвращаться на высоту слишком много потерь. Нет смысла этого делать на данный момент, потому нам надо удерживать фронт максимально там, где остановим россиян, там уже нас будет закапываться, удерживать и дальше смотреть, что делать в осенне-зимний период. Вряд ли мы будем освобождать Донбасс, во-первых, в лоб, это очень большие потери. Оптимально Донбасс освобождать, отрезав его от России, но это не в этот год и не в следующий. То есть это, по большому счету, освобождение Донбасса как минимум где-то уже на 26-27 года и отрезать от России по Дону. То есть другого варианта просто нет. Обходить надо Донецкая возвышенность по востоку, Северский Донец, Дон, на Ростов, Таганрог, то есть оттуда. Для этого надо достаточное количество сил и средств. На данный момент они даже не предполагаются, то есть из того, ну, по крайней мере, из того видения позиций, которые сейчас есть, их пока не видно. Ну, как минимум на год-полтора. А те, которые будут, допустим, восстановлены наши силы или там добавлены нашими партнерами, скорее всего, первая задача – это освобождение Крыма. Потому Донбасс, он однозначно уже как минимум где-то на полтора-два года его надо будет вот так контролировать, как сейчас. Оптимально выровнять фронт, удерживать на новых позициях
там, где получится удержаться, ну а за освобождение, я бы сказал. Складно нашим захисникам на території Курської області. Відомо, що там продовжуються бої вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, повідомляється, що тривають зіткнення в районі Любимівки, де залишки українського гарнізону фактично оточені, але намагатимуться контратакувати з району сусіднього Толстого Лугу. Наразі основні бойові дії переміщуються на лінію Новоіванівка, Мала Локня, і в Малій Локні український гарнізон міцно утримує позиції. Сирський говорив про те, що росіяни там тримають 50 тисяч військових. Але ж ми бачимо, що і на сході Романа Григоровича важко, ви вже проаналізували, так, і сказали, що найбільш важка ситуація, зокрема, в Турецьку. Так? Так, а чи можна тоді говорити, чи ціль, так, якусь мету ми виправдали тоді у Курській області, або ми можемо констатувати, що відтісняють потроху нас росіяни? Дело в том, что связаны до 50 тысяч войск, 30-40 тысяч в боевом соприкосновении, где-то 15-20 тысяч в поддержке. То есть общее количество, да, где-то до 50 тысяч точно там развернуто, если там по радиусу километров 50-70 смотреть. А это те войска, которые не попали на Донбасс. Поверьте, если бы сейчас эти 50 тысяч российских резервов, которые мы связали боями на Курщине, попали, допустим, в район Покровска или Торецка, они бы уже были не только в Покровске, а в Павлограде. Или через Торецк уже давным-давно заходили уже через Константиновку, на Дружковку, на Славянск, на Краматорск, в зависимости от того, куда бы их перебросили. Конечно, это не просто войска, это же техника, боеприпасы, то есть это полная боевая снаряда. Поэтому правильное действие было по Курщине, то есть просчитано было действие, связывающие операции были проведены меньшими силами, потому что у нас там чуть больше 10 тысяч задействовано, а россияне 1-3 собрали. То есть на это был, в принципе, расчет, чтобы они нападали. Мы должны были выполнить задачу, связывающие операции, они так и просчитываются. Выполнить должны были задачу создать условия для российского нападения. А это 1-3 минимум. Значит, грубо на 15 тысяч наших войск 45 тысяч россияне должны были собрать. Это мы их связали боями. Ну а сами бои, маневренные бои, которые сейчас ведутся, они очень кровопролитные. Тут это тоже надо принимать правильно. То есть так вот они такие есть. Их просто не бывает. Если стоит задача связать где-то часть войск для того, чтобы они не ушли, допустим, на восточное или на запорожское направление, на восточный фронт и ушли в прорыв. Поэтому ситуация тяжелейшая ни одном и на другом фронте. Но если бы сейчас все российские войска были на восточном фронте, мы бы уже в районе Павлограда вели боевые действия. Поэтому с точки зрения стратегии была стратегия выбрана правильно. Сейчас нужна поддержка, максимальная поддержка обоим направлениям, и восточному направлению, и курскому направлению. Если россияне туда еще перебросят пару десятков тысяч человек, допустим, на курское направление, не исключая возможности, что мы будем сворачивать эту операцию, отходить к линии границы, выстраиваться ее, то есть конфигурацию фронта менять, растягивать его, не вклиниваться, а просто растягивать вдоль линии границы и связывать все эти 50-70 тысяч войск уже на расширенном фронте в этом направлении в сторону Москвы, это же Северный фронт, в сторону Москвы и не отпускать их оттуда. То есть постоянно вести будоражащие такие действия в зависимости от обстановки, для того, чтобы их там удерживать и чтобы, может быть, еще заставить больше туда перебросить. Поэтому связка здесь, ну, как в физических законах, по сообщающимся сосудом, да, то есть либо в одну сторону, либо в другую, оптимально для нас растянуть фронт. Вот эта растяжка фронта в чистом виде, такая классика, классический пример, как растянуть фронт. Оптимально было бы, конечно, сейчас провести еще боевые действия, допустим, в районе Кимбургской Косты, ну, то есть для того, чтобы где-то на 1500 километров россиян растянуть. Ну, посмотрим, еще не вечер, как говорится, посмотрим до конца года, может, еще эти процессы еще пойдут. Ви говорите про те, що якщо росіяни так, ну, знову ж таки, підтягнуть туди сили, то ймовірно нам доведеться, можливо, згорнути так свої сили та відійти до кордону. От ЗМІ пишуть із посиланням на військову розвідку про те, що росіяни наразі комплектують новий батальйон із громадян Північної Кореї, мова про 3000 осіб, і якраз, можливо, його відправлять на виконання завдань поблизу Суджі та Курська. Романе Григоровичу, ну так ми тоді відходимо, а виходить так, і вони тоді будуть чинити знову ж таки тиск на Суми, підуть на Суми, я вірно розумію? Не батальон, наверное, бригада. Батальон это 500-700 человек, а 3000 это уже бригада. То есть
Могут они развернуть, в том числе на этом направлении, и северокорейцев могут готовить и отправить именно туда, начать какие-то боевые действия. Ну, нам придется тогда выравнивать линию фронта, только они не на Сумы пойдут, они подойдут, они попытаются освободить свою территорию, а мы удержим там те районы, которые нам удобно оборонять. У нас уже есть несколько линий обороны в районе Сум. Оптимально будет, вот, если действительно заставим россиян туда еще несколько тысяч войск перебросить, то это растянуть линию обороны и создать новый фронт, Северный фронт. Его надо создавать вплоть до от Беларуси, по большому счету, до Оскола. Ну, а как по-другому? То есть мы тоже проговаривали неоднократно с вами. 11-й год войны, а у нас, оказывается, есть граница с Россией, на которой не ведется боевые действия. Боевые действия ведутся на юге нашей страны. Российская армия заползла в эту кишку фронта вдоль Азовского побережья. Направление на Москву, там грибочки с цветочками собираются. Ну, такого не бывает. Есть вещи, которые абсолютно нелогичны. И сейчас нам это надо было делать еще в 2014-2015 году. Не торговать с Россией. Это же барыги были коричневые тогда, порошенковские. Сейчас барыги, правда, уже зеленые, которые также барыжат, а должна быть линия фронта. Ее надо создавать. И вот те части, которые у нас есть сейчас на Курщине, они могут растянуть просто линию фронта, там от того же пойти в сторону Брянщины, это тоже не исключаю. Где-то от Десны до Сейма там есть возможность, допустим, создать еще одну линию фронта. Она просто растянется. Потому не исключаю такой возможности, опять, все будет зависеть от россиян. Мы когда заходили туда, у них там было, ну, тысяч, может, 10-15, сейчас уже в три раза больше, под 50. То есть задача была выполнена в течение там двух с чем-то лет. А барыгам, которые занимаются барыжничеством, дальше занимаются уже зеленым барыжничеством, ну, их с ними надо что-то решать, потому что и продажа нашего титана именита на россиян, и прокачка газа, и прокачка нефти, которые дают российской армии, российской экономике десятки миллиардов долларов. Ну, с этим надо что-то делать, потому что одни воюют, погибают, а другие барыжат. И вот один из вариантов, допустим, создать и перекрыть полностью все эти барыжни, это как раз создать линию разграничения, как линию боевого соприкосновения вдоль границы. Роман Ильич, так, батальйон з громадянами Північної Кореї на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади. Я дякую, що ви мене виправили, я дам також цю інформацію. Але дивіться, що вже пишуть ЗМІ із посиланням на спецслужби. Мовляв про те, що військові з КНДР вже линяють з позиції на кордоні Брянської та Курської областей і вже втекли начебто 18 рабів Кім Чен Іна. Сталося це за 7 кілометрів від кордону з України. Тобто ось ця їх ефективність. Ну, дело в том, что Северная Корея – это же такой концлагерь, который уже десятки лет удерживает семья Кимов. Хотя там все Кимы, ну, вот Ким Чен Ир, все, в общем, Кимы эти, Иры, Сены и так далее и тому подобное. Там, получается, дед, отец и внук. Вот они сейчас руководят, и Северной Кореи создали серьезный концлагерь. Естественно, все оттуда, как только есть какая-то возможность, они будут бежать. Мы с вами как-то проговаривали про это. Эту тему нечего бояться северокорейцев, потому что они тут же будут не то что сдаваться, а по крайней мере будут пытаться попасть на Запад в качестве пленных, неважно, как угодно, потому что часть из них точно побегит. Вот это уже случилось. И вот этот северокорейский концлагерь, который Ким Чен Ын создал, он им управляет только на своей территории. Как только оттуда вырываются военнослужащие, тут же, ну не только военнослужащие, практически все северокорейцы, они тут же пытаются уйти и никогда в жизни больше в него не вернуться. Для нас очень важно не стать таким северокорейским концлагерем, а к этому идет. Вот эта проблема большая. А чтобы потом наши украинцы не стали вырываться. Мы же видим, как вырываются, гибнут даже через Тису, убегая из этого нарождающегося концлагеря. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Ми тепер говоримо ще одну тему. Секретар РНБО говорить про те, що з початком опалювального сезону можливі нові масовані ракетні атаки щодо української енергетики. Скажіть, будь ласка, які можливості та спроможності, власне, тут має ворог? Ну, тобто, скільки він накопичив ракеток для цього шахедів? Ми бачимо, що завчора там не було перших шахедів, не летіли вони.
Ну, логика процесса, по крайней мере, при выполнении такого рода задачи уничтожения энергетики, говорит о том, что наносить удары надо тогда, когда запускаются некоторые механизмы. Ну, то есть при запущенном механизме намного больше можно нанести вреда меньшими силами. То есть а россияне, скорее всего, будут ждать запуска отопительного сезона. Но это оптимальный вариант. После того, как запустятся теплоэлектроцентрали, ТЭЦы, ТЭСы, оставшиеся, и пойдет вода по трубам, вот тогда они, скорее всего, и будут наносить удары, о чем, в принципе, и предупреждает, скорее всего, об этом и предупреждает наш СНБО. Удары россияне под эти удары накопили больше 1000 ракет, у них есть разного класса, есть баллистические, крылатые, то есть больше 1000 уже есть, потому масштабные атаки не могут выполнять до уровня несколько сотен, допустим, вот как последняя атака была такая серьезная 26 августа, по-моему, то есть больше 200 летательных аппаратов, больше сотни ракет баллистических крылатых, больше сотни шахедов одновременно могут быть запущены. Поэтому однозначно эти удары точно будут. Вопрос последовательности, целеуказания, ну, это все будет зависеть от наших возможностей перехвата. У россиян тоже есть так называемая обратная связь. Бить туда, где хорошо защищено, они точно не будут. Прекрасно понимая, что малыми средствами мы можем уничтожать большее количество ракет российских. Потому сейчас будут активизированы российская агентура в Украине. По данным разведки до разведки будет корректировка некоторых целей, а дальше уже выполнение этих задач. Я думаю, под конец октября, может быть, в начале ноября. То есть, когда запустится, это все будет от погоды зависеть. Когда подойдут холода, когда запустится наша система теплообеспечения, вот тогда россияне, скорее всего, нанесут такие серьезные удары. Может быть, подвяжут, может быть, еще раз повторюсь, это не обязательно, подвяжут под выборы в Соединенных Штатах Америки, все будет зависеть от того, до какой степени там Салливан, Бёрнс и Байден договорятся с Путиным о раскачке ситуации. Ну, вот примерно так. Наша подготовка, в принципе, ну, по докладам нашего политического руководства, велась целый год, вернее, выделялись деньги. Как она велась, это мы как раз вот узнаем, когда пойдут атаки. А деньги выделялись там на укрытие, на перераспределение, нам даже выделяли некоторое количество, десятки газогенераторов, которые, я так понимаю, так и не установлены, хотя докладывали о том, что до гигаватта мощности должны под конец года мы увидеть еще, по крайней мере. Ну, посмотрим. То есть сейчас можно только гадать о понимании процессов, то есть как использованы, как были выделены деньги, как были использованы для прикрытия основных распределительных сетей. Это будет понятно, когда россияне начнут работать. Атаку, яку здійснили росіяни цієї ночі на Миколаїв, одна людина загинула, більше 20 людей постраждали. От вона чим характеризувалася, як думаєте? Ну, терористична атака в чистому виді. Тобто удари по портовим структурам, по гражданським об'єктам, що в Одесі, що в Миколаєві. Чистий тероризм, причому связанные, скорее всего, с продавливанием некоторых российских нарративов. Это же как террористы делают. Вываливают требования, убивают заложников. Вот примерно то же самое и сейчас происходит. Где-то они же какое-то требование вывалили, может быть, нам напрямую, может быть, нашим партнерам, европейцам, там, американцам. И дальше начинается убийство заложников. Вот удары по портовым структурам. Но вот о чем речь? Это уже будет в течение там, недели-двух. Будет понятно, если кто-то из власть придержащих пойдет на эти условия россиян. Мы сразу определим. Может быть, не исключая возможности, что это может быть давление, допустим, на продажу вот того же ильменита. Ну, допустим, навскидку. Россиянам надо титан, ильменит, вернее, на Березники. Через азербайджанцев они сейчас его скупили, по крайней мере, пытаются забрать. То есть это российские руки, российские уши торчат из Азербайджана. На Березники им надо большое количество ильменитов. Это титано-магниевый комбинат. Вот они могут этот механизм как-то продавливать, в том числе и ударами. Это может быть давление, допустим, на какие-то контракты, на подписание контрактов о прокачке газа на следующий год, того же азербайджанского, потому что слишком много сейчас Азербайджан у нас в негативе идет. Тем более они собираются с Турцией вместе в БРИКС впереди
в 20-х числах в Казани будет этот сборище БРИКСа там. Естественно, это тоже может быть один из механизмов давления. То есть где-то сейчас мы это увидим. Давление на ту же трубу по нефти, прокачке нефти на Венгрию, Словакию, Чехию. Это тоже может быть там же рядом под продуктопровод. То есть в принципе задач, которые Путин может выполнять этими террористическими атаками, очень много. Роман Григорович, знову говоримо про зниження мобілізаційного віку. Комбриг Хартії Оболенський, він каже, що потрібно знижувати до 21 року. Раніше про це говорив Роман Костенко, і ми з вами також проговорювали це в ефірі. Журналіст Віталій Портніков каже про те, що якщо війна буде ще 2-3 роки, тоді обов'язково доведеться знижувати, а якщо ще 5 років, то підуть навіть жінки. Ви завжди говорите про те, що війна триватиме так ще довго. Так, врешті-решт, ми тоді до цього прийдемо чи ні? Мы говорим об одних цифрах, но о разных вещах. Дело в том, что я никогда не говорил о мобилизационном, так сказать, предписании как таковом. Любая мобилизация, она подразумевает принуждение. Принудительные механизмы не должны быть включены при отстраивании профессиональной армии. Если у нас впереди, а у нас однозначно впереди несколько лет войны, то как минимум, это как минимум около 3 лет, вот такой, как сейчас, горячей фазы, плюс еще 5-7 лет, пока Россия будет разваливаться. Это придется воевать. Правда, может быть, и на своей территории, но, по крайней мере, удерживать наши позиции. То есть, по большому счету, у нас впереди еще до 10, там, может быть, 7-8 минимум, так до 10 лет. Ни один мобилизованный, принудительно мобилизованный не выдержит этого времени. Это только может выдержать только профессионал, который выбрал военную стезю как профессию. Ну, тоже мы миллиарды раз говорили, надо четко понимать, о чем каждый говорит. Вот большинство сейчас спикеров говорят о снижении мобилизационного возраста, но подразумевая принудительную мобилизацию. Вот этого делать нельзя. Не то, что снижать возраст нельзя, принудительно мобилизовывать нельзя. Толку от этой принудительной мобилизации никакого абсолютно для Украины нет. Толк есть россиянам. Мы сдаем территории, когда принудительно мобилизованные выходят на линию боевого соприкосновения. А там все равно, сколько им лет. Хоть 20 лет, хоть 50. Если он принудительно мобилизованный, он задачу не выполнит. А значит, еще и подставит, как вот 72-ю подставили под окружение. То есть этого вообще нельзя. То есть саму тему поднимать. Снижение возраста в контексте мобилизационных, принудительных мобилизационных мероприятий нельзя ни в коем случае. Я всегда говорю о постановке в строй и построении профессиональной армии. В армию надо поставить, дать возможность, мотивировать, стать в строй профессионалом, которые видят себя в армии как в профессии на всю жизнь, то есть на 30 лет. Почему этот возраст 30 лет берется? Вот оптимальный вариант выполнять боевую задачу профессиональной армии с 21 до 49 лет. Раньше 21 не сформирована психика, учиться можно. Вот как мы учились 17 лет, сразу с 10 класса в летное училище, в 18 уже, 18-19 лет летаем сами на Л-39, 20-21 год на МиГ-21. С 22 года уже учим курсантов летать сами. Ну, то есть вот с 21 года можно выполнять эти боевые задачи до 49, 49 лет, уже 50 и дальше. Здесь уже проблемы, связанные с гормональным фоном и с невозможностью функционально выполнять задачи. Есть твой возраст, возраст твое берет. То есть вот 21-49, но это касается не принудительно мобилизованных, слово мобилизация вообще надо убирать в этом смысле. У нас должна быть контрактная армия, то есть должны быть мотивированы контрактники, с которых можно выбрать, отобрать через профкомиссию профпригодных для выполнения боевых задач. Мотивация – это очень важно. Без мотивации вообще никаких задач. Нигде никаких задач ни по одному направлению выполнять без мотивации нельзя. Мотивация сейчас два уровня может. Госструктуры, то есть госслужба, вся госслужба. Вот вся, как в Израиле, ничего нового придумывать не надо, все хорошее придумано до нас, иногда израильтянами. Поэтому надо брать этот опыт израильский, то есть служба в армии и госслужба – это примерно одни и те же службы. Там еще и политика, мы уже про Нетаньяху говорили, капитан Цахалас,
тот же Нетаньяху, в принципе, там практически все политики, они в свое время офицерские должности занимали в Цахаре, то есть в израильской армии. Естественно, госслужба – это мотивированные люди, мотивированные денежным содержанием. Если им не нравится становиться в строй вооруженные силы Украины, значит, и с ними надо распрощаться как с госслужащими. То есть платить людям, которые не могут выполнять боевые задачи, нет никакого смысла. Платить имеется в виду государству, народу как таковому. Потому первая мотивация – госслужащие, тем более там довольно-таки там сотни тысяч профпригодных. Полиция, нацполиция, пограничники, МЧСники, то есть весь этот процесс военной службы там есть. Практически вся правоохранительная система – это сотни тысяч человек. Люди, которые могут обращаться с оружием и знают, что такое приказ. И вся госслужба остальная, то есть исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть – это все те, кто питаются из государства, то есть, по большому счету, из бюджета. Это с наших налогов. А второй механизм, который должен работать, это мотивация, денежная мотивация профессионалов, которые хотят, которые видят себя в армии вот на эти 30 лет. Потому с 21 мотивированных, профпригодных людей можно приглашать через рекрутинговые центры, прямой рекрутинг, выполнять боевые задачи. Опять же, после подготовки, специальной подготовки в зависимости от выбора направления. Летчика вы в 21 сразу сходу не наберете. Его в 17 учить надо 4 года, потом еще как минимум год доводить до уровня там, 3 или какого 2 класса в зависимости от налета. То есть по большому счету вот такие моменты надо запускать. А вот просто говорить о снижении мобилизационного возраста, ну извините, это та же принудиловка, а толку от нее абсолютно никакого нет. Кроме россиянам, то есть Путин в ладошки хлопает от этих принудительно мобилизованных, бусифицированных наших молодых, или там неважно, наших людей, которые выходят на линию боеприпасения, потом оттуда уходят. СЗЧ погибают, как угодно, уходят. Армен Григорович, традиційно 3 бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, чоловікам, які відмовляються воювати, треба заборонити на 5 років голосувати? Ну, это нарушение прав человека. То есть это уже построение северокорейского концлагеря. То есть вот если хотите построить в Украине, вернее, достроить, потому что уже часть построена, фундамент концлагеря уже построен. Достроить хотите, допустим, в Украине Северную Корею, тогда можно вот там запретить, сюда, там арестовать, там оштрафовать, там забрать, там расстрелять еще можно. Ким Чен Ын и расстреливает, в принципе. Но этого, честно сказать, в центре Европы точно не будет. Ни европейское законодательство, европейские лидеры, ни американские, причем и один, и другой сейчас претенденты, они не допустят, они копейки не дадут для построительства Северной Кореи, концлагеря на Украина в центре Европы. Відправка своїх солдат для Ким Чен Ына – це цінна валюта для зміцнення зв'язків з РФ? Ну, все имеет свою цену, мы это уже проговаривали. То есть, скорее всего, валюту он какую-то получает или, по крайней мере, получает то, что он хочет. Это может быть ракетные технологии, ядерные технологии, ну, в зависимости, может быть, просто своя ценность какая-то. Не более того, то есть он продает свое участие своих солдат из этого северокорейского концлагеря, продает участие своих солдат на линии боевого соприкосновения. Но опять же, мы уже видим, что такое солдаты, которые вырываются из концлагеря. Они бегут не только с поля боя, они с концлагеря бегут. Вот это то, чего нельзя делать у нас. Чи можно говорить про то, что Захід стомився від України, чи ні? А куда он денется? Как он утомился? Нет, никто не утомился, никто нас никуда не бросит. Они прекрасно понимают, что линия боевого соприкосновения с Востоком, ее лучше удерживать по восточной границе Украины, а не по западной. Потому что западная граница Украины – это восточные границы Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы. Это же они прекрасно понимают. Потому здесь не то, что там кто-то устал. Не устал, а нужно уже сейчас пересматривать некоторые механизмы взаимодействия.
и понимать, что с концлагерем никто работать не будет, с барыгами никто работать не будет, с крысами никто работать не будет, из Европы, из новых политиков. Сейчас же новая волна заходит. И в Европе зашла этим летом новая волна, то есть политиков, и в Соединенных Штатах новая волна. А эти не будут работать со старым крысятничеством. Это четко надо понимать. Украинцам тоже это надо понимать. И власти, естественно, не дадут больше воровать. Вот просто не дадут и все. Просто не дадут не только воровать, не дадут железо. Вот где проблема. Вот здесь может быть проблема Украины. Роман Григорович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші надзвичайно цікаві відповіді, за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями і порадами. Це для нас надзвичайно цінно. Давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Роман Григорович, буду вас чекати. Дякую. До завтра. До завтра.